Это, можно сказать, дробовик. Гранат есть, хорошо. Болтер какой-нибудь обычный бы я этот ручной болтер бы взял. Цепной меточ. Опа, 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 опа. Опа. Арсенал. Ты чё, направо не сходишь? Посмотри. Полутация, патрон. И тогда дезертиры побежали. Ладно. Пусть император без промедления покарает тех, кто оставил свой народ. Мы перегруппировались и отбивались сколько смогли. Держались за каждую пять и забирали оружие упавших. Не, нам надо, походу, надо туда и надо было. За Катью, за императора. Да всех разъебем. Болт винтовка с ГБ, охуенная, с подствольником. С КП охуенная, только у меня в ней не было патронов, а она полная. На среднюю нажмешь, потом на колесико покрутишь вверх и появится подствольник. 4 заряда. Блядь, стреляющий. Не, вот эти это нормально, так не было. Плохо. На нахуй. Ебашь, пацаны, гранаты, да. Подальше. Мелко, конечно. Детство не дамажит, я вахуй тоже. Малыши даже. Майор, вы на связи! Говорит лейтенант Тит. Назовитесь. Лейтенант Тит. Найден, сэр. Канал дальней связи был поврежден. Когда у меня броня установится? Что, блядь, так долго, нахуй? Держитесь, я вне боя уже очень долго. Очень-очень. Угу. О, пиздец, короче, надо срочно перк какой-то на броню брать. Чё, всё взяли? Это я возьму. Открывайте. Бух, пистолет. Осколочную гранату берите. Забрал. Тяжелый болтер. А чё он типа на время берется? Ну, патроны кончатся. Ну и потом на, ну, на обычный второй. Да нет, я думаю. Оно как основное оружие у тебя, нет? Или чё? Осколочные три штуки. Должна быть консоль, которая их открывает. Эбауч там бегает. Стреляет. Бошится. Бля, хуя себе, ёпта, ебут. Жирный пошел. Бля, сука, я такой медленный. Добивайте, добивайте его. Да что такое, блядь? И вот это зелененькое когда? Да, да, да. Это суперспособность тактического десантника. Мы все такого класса, походу. Не, у меня такой хуйни нет. Вон еще и тут. Тебя на ку что происходит? Тоже же какая-то обилка. Да, ну типа... Перезаряжаюсь!
Так, что, хп нет, да? Подготовка особого приема завершена. Так, что нам? Да. Там. Болтаться. О, гранаткой. Бери. Нашел снаряжение. Где? А все, дебафф забрал. Пульчик не помешало бы найти. А там патроны на другой стороне. Там. И лечебные стимуляторы, пацаны, вот тут есть. Нашел стимулятор. Пометь. Я чё по хп вообще? Блять, не вижу ваш хп. Короче, кому надо хп, лечитесь, берите еще один стимулятор, потому что у меня есть один. Служу ему и дальше. Чё, у тебя два что ли стимулятора? Кто на фул? Я на фул. Ну, все туда, все нормально. Я моя способность. Заркана. На связи. Мы установили контакт с капитаном Айденом. Тут патроны были. Я думал, он погиб. Двигаемся к его позиции. Можете нас соединить? Сейчас. Ебись. Бауч, надо патроны? Ебись. Так мы в начало пришли. Ага. Показалось. Чё там молоток когда-то тут поорать? Не, я с мелкой нормально так поебенился. Прикольный. Мощный. Такой пушечек. Во имя императора. Есть контакт. Одна граната. Капитан Айден! Я думал, вы мертвы! Как бы не так, мэм. Друг через друга проходим, да? Сочту за комплимент. Айден, нужно отбить орбитальные пушки. Бронетехника наготове. Тогда за дело, капитан. Слушаюсь. Покажем им кадианскую ярость. Погнали. Гвардейцы, сразитесь во имя императора! С радостью, милорд! Опа! Красиво! У нас на пути проклятые ворота! Ну чё их там нормально так? Установление где-то поблизости! Подавайте, суки! Будет управление в той башне! Тогда нам туда! Перезаряжаюсь. Заряжаю новый магазин. Перезаряжаюсь. Меняю батарею. Померечились патроны, блядь. Я надеюсь, я не буду показывать потом статистику в конце миссии по меткости. Давайте. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Хорошо, что их подсвечивают, потому что иногда, блядь. Как в Думе. Атакую. Кто нахуй? А, вон он. Хуй, он как быстро болт пистолет перезаряжает просто. Оба. Секунды.
Тоже кинул осколок. Я где-то пулемет там видел, падал какой-то. А, ну его нельзя использовать. Собраться. Неплохо. Кто тут? Болт-карабин. Опускайте. Вниз поедем. Нашел боеприпасы. Не знаю, мы, наверное, ворота открыли для танка. Солдаты, тащите свои потрепанные души к воротам! Живо! Лейтенант. Оба, стрелять. Оба. Бля, мел-то вообще нравится. Очень ближняя, но очень охуевшая. Осколочные гранаты. Давай, давай. Куда, братья? О, слушай, они тоже нормально месят. Пацанчики. Я думал, они, знаешь, так эти декорации. Тяжелый болтер, кто хочет. Нет. Вон, там идут. Осколочные гранаты. Блять, кто меня замесил? Берешь, типа, это три разъёба. Тяжелый, тяжелый болтер. Бери, у меня полная. Да. Ну, пошла! Вон туда можно покидать теперь. Ой, блядь! Уебался. Святая Терра! Ты кто огнем стреляет? Это еще что? Я. О, летающая хуйня. Что он такой мощный? Все, сдох, похоже. Все. Знает. Вообще не все. Ты что, ты пропускаешь, блин? Чисто. Схуяли пропускать, потому что первый раз видел. Пробьем в кораблях ульях дыры такого размера, что туда фрегат пройдет. Он не даст нам это сделать без боя. Он? Разум улья. Мощное коллективное сознание тиранидов. Нельзя его недооценивать. Майор, орудие полностью разряжено. Нужно... А!
блядь, что я стоя играю, у меня уже рука левая там отнимается. Стоя играю? Мега деф. А, вот, блядь, где он? Опа. Это что? Что с тяжелым болтером хорошо было бы. Прижмите их со стены. Достаточно грамотно бросить гранат. Бля, прорыв, пацаны. Сайбер, подходи к нам. Уже, давайте, достаньте меня! Залетаем внутрь. Это я возьму! Ауч! Кадия стоит, пусть пацаны разбираются. Еще одна. А нет, почему я не могу еще? Я же мог раньше искать три. Помогайте по возможности, но не задерживайтесь. Он может по одной берет? Хотя нет, вроде я помню. Есть, пилот. Что там водичка внизу? Бля, локации хорошие. Блять, не смог увернуться. Берите, пацаны, тут у меня. Где? Милорд, этот лифт доставит вас к пульту управления. Мы удержим ксеносов. Да хранит вас император. Плазменный пистолет. Ебать. Кто-нибудь хочет попробовать, кстати? Ну-ка, давай. Я пострелять хочу. Амнисия! Защити этих духов машины! Ну что, у меня и так мел тот, типа. Святые механизмы! Но позволь их данным затеряться. Не, не нравится. Секреты, которые... Не нравится? Давай я заберу тогда. Кажется, он дамажит, блять, как бог. Не, не дамажит, но просто патронов мало. Ой, а вы не можете нажимать, да, эти панели? Нет, могу. Майор Саркана, вы почти у системы наведения. Нужно вручную поднять лепестки спутниковой антенны. Будет сделано. Майор, я вижу механизм. До связи.
Будьте начеку! Тираниды вас заметили! Взаимодействуйте. Ну посмотрим. Не подпускайте, пока я работаю! Дефайте меня, пацаны. А, вы там, блядь, ёпта мать. Пиздец. Я там крутил, а вы слева крутили, оказывается. Блядь. Надо по одной. Давайте тут лучше крутить. Да. Все. Второй механизм открыт. Следующий, погнали. Тихо, ладно. Ах ты, сука. Блять, меня обливали, уничтожили. Блять. Похоже, этот был совсем. Так кто так? Я последний кручу. Прикройте. А нет, не кручу. Мелто ружье тоже, а пацаны. Попробуйте, кто хочет. Это я положу. А, да? Блять, да не те клавиши на. Потихоньку. Давайте. Хуя себе оплевал. Это обычный. А, это необычный. Пиздец. Где он нахуй? Я хочу убить его. Тебя раз. Гранат ноль. Патронов мало осталось, сука. Мы ни разу не отъехали все, поэтому на ветеране самое то, я считаю. Да. Back.
пиздец, нахуй. Чё? Ты типа совсем умер? А, нихуя, когда один умер, типа все. Так я говорю, типа, подними меня. Я хуй знаю, сколько ты будешь. Для летающих, зеленых. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я говорю, блядь, зеленых убивайте. Блять, как же ебут. Дальники вообще ебут. Я тут подзаряжаюсь. Еще добили хуйню? Да. Все, похоже. Пушки готовы! Используйте терминал для наведения! О, блядь, ебать. Для наведения! 0 хп. А, 0 всего. Пиздец. Цели выбраны! Посмотрим, как будут гореть эти нечестивые корабли. Краб. Иди на. Небесный краб. Дау. Арта работает. Все в порядке. У-у-у, красиво. Ну, этот взрыв какой-то странный, но. Маловато. Детализирование было. Бля, пиздец. Потно. А, не хлоп, уже пол третьего. Сейчас точно. Нормально, нормально. Hello, this is High Station. Do you know? My dick is your PlayStation. Don't use. Double yop.